наше месячное, я буду называть его месячным стоянием, потому что независимо от того, сколько мы простояли здесь, все остальное время мы тоже провели на съездах, на сходах, на конгрессах. Это была очень огромная работа. Вчера, после принятия решения Конституционным судом, мы считаем, что мы свою миссию выполнили, и поэтому чувством удовлетворения сегодня, чувством удовлетворения от выполненного долга расходимся сегодня отсюда. Поэтому, Вайханзе...